Друзья, подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить свежий выпуск, а мы начинаем. На 99-м году ушла из жизни советская актриса театра и кино, радиоведущая, заслуженная артистка РСФСР Галина Новожилова. Об этом сообщает Российский академический молодежный театр, РАМТ, в котором Новожилова служила почти 60 лет, с 1945 по 2003 год. Она вела на всесоюзном радио программы «С добрым утром» и «Пионерская зорка». Снималась в фильмах «Такая короткая долгая жизнь», «Белая лошадь», «Горе не мое», «Пушкинские сказки», «Слезы капали» и «Сообщница». Кроме того, Новожилова озвучивала такие картины, как «Конек-горбунок», «Остров ошибок», «12 месяцев», «Дюймовочка», «Муравьишка-хвостунишка» и «Чудесный колокольчик». В 2002 году ее наградили медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Не забудьте поставить лайк нашему видео и до скорых встреч, друзья!